О чем мечтают воспитанники Пущинской детской художественной школы имени Ряшенцева? Об этом можно узнать из работ ее воспитанников, которые представлены на ежегодной итоговой выставке. Традиционно открылась она в Музее экологии и краеведения. 250 работ 111 юных художников представлены на итоговой выставке. В зале не осталось ни одного пустого, незадействованного пространства. В витринах скульптуры из пластилина и керамики, декоративные изделия. На многочисленных стендах рисунки, выполненные гуашью, акварелью, карандашом. Яркие натюрморты, строгие орнаменты, картинки из жизни и мира сказок. Каждая работа интересна по-своему. Впечатлением от выставки с ее участниками поделился депутат городского округа Валерий Кузнецов. Для молодых людей творчество и искусство – это способ познания мира. Искусство дает вам очень много. Вы становитесь более добрыми, более яркими людьми. И хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов и действительно добиться вершин творческого мастерства. А нашей съемочной группе понравились работы, в которых реалии сегодняшней жизни. Вот таким красочным видят окружающий мир те, кому предстоит его улучшать. А как оценивают успехи своих учеников в прошлом учебном году преподаватели художественной школы? Это проба пера, они начинают отсюда, а потом вырастают выше на зональные, областные, международные и все остальные конкурсы. Они начинают с городского конкурса, со школьного. Наталья Александровна, выпускница художественной школы, преподает здесь более 20 лет. Она убеждена, что неважно, станут ли ее ученики художниками, важнее, какими они будут людьми. У меня есть ребята, которые пошли дальше учиться, есть ребята, которые преподают. Есть ребята, которые пошли в медицинский, а уже преподают для себя, для души в Москве летом. Я очень была удивлена, потому что все поступили не по профилю, но не бросили свои. Вот этим я особенно горжусь на самом деле. Ну и теми, которые продолжили образование и в Академии Андреяки, и в Илье Глазунове. Что вы ждете от этого учебного года? Честно? Надеюсь, крыша не будет течь у нас в этом году. А к миру прекрасного по-прежнему больше тянутся девочки. Мы лепили человека, сидящего на табуретке. Я слепила вот такого. Я хочу поступить на дизайнера. Пришли на выставку отчетную познакомиться, потому что дочка поступила в этом году тоже в художественную школу. Пришли вдохновляться. И очень интересно смотреть, как они по-своему передают вроде знакомые какие-то сюжеты. И смотришь, а совсем по-другому дети через себя это пропускают, дают название, дают выход своему творчеству, что-то от себя добавляют. Среди экспонатов есть картины, с которыми ребята участвовали в конкурсах различного уровня – всероссийских, областных, зональных и городских. Выставка в Пущинском музее экологии и краеведения продлится до 25 октября.